есть дома многоэтажные на листе, дома бумажные, есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы и вытрезвители, есть аптеки и есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там нас всю жизнь называют Герой или Сережей или Петром. И потому в жизни самый первый, самый главный родильный дом. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные, есть дворцы, в которых пусто, пусто, и отели, где уют. Бани есть, и министерство, институт, где лечат сердце, помещение, помещение для капусты, для капуст. Но детей, но детей там не дают. Такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Всю жизнь называют Верой или Олегом, или Петром. И потому в жизни самый первый, самый главный родитель.